Ну, такой у нас баннер. Ага. Пробтики. Были. Так, размещаемся. Здесь у нас с Григорием. Сейчас посмотрю, Григорий не переодевается. Григорий на ней. Это наша с Григориной комнатка. Все показывать не будем. Лен, дай Диме денежку на это, на продуктики, а? Год ждал тайских каникул. Это вот елка доехала, это вот наша девушка-оператор будет для вас все снимать. Настя зовут ее. Гитара доехала. Сейчас... Кухня, я тебе помогу сейчас, Настя, подожди. Я на кухню сниму, я помогу. Это вот наши дамы в розовом, как Саня заказывал. Саня заказал, чтобы весь персонал был в розовом одет. Вот видите, не успели приехать, у нас уже есть для тренировок затарено все, как в лучших домах. Копилка розовая, не знаю, нахрена она здесь. Вот такая вот у нас здесь кухонка. Григорьевна тусуется. Все тусуются с дороги. Пойдем вниз. Идем вниз. Мы поменяли обед. У меня есть еще, но еще надо поменять. Так. Комнаты вам показывать больше не буду. Там все люди переодеваются, моются, купаются. Вот у нас есть бильярд. Бильярд есть. 7 комнат у нас здесь. 7 комнат. Плазмочка. Журнал «Фитнес». Напомню вам, что мы заехали на виллу буквально 10 минут назад, разгружаемся. Мы видим, вот у нас здесь стойки, лавочка. Ну и как, собственно, вы все видели, уже вот она, сама вилла. Все будет вот здесь в течение 2 недель происходить. Вот у нас здесь такая лужаечка есть. Привет, братва. Все крутяк. Вот такая вилка. Здесь вечерком сидеть, кушать, разговоры разговаривать. Вот так. Картинка зависла, потому что хожу. Сейчас она у вас все равно пройдет.